году не только она юбилейная, но и у нас юбилей города, поэтому у нас, как сказать, два таких крупных юбилея, которые мы будем отмечать в этом году. И вот водная эстафета – это своего рода такое, то есть, где предприятия смогут сплотиться друг с другом, пообщаться, узнать в тесной обстановке, потому что вода, она такая, что сближает людей, где-то нужно друг другу помочь, где-то это. Мы постарались подбирать такие этапы, чтобы они были веселые, интересные, чтобы у молодых работников, да, наши предприятия оставались только хорошие впечатления, чтобы они заряжались энергией позитивной и в следующем, то есть активно принимали участие в наших городских мероприятиях, которые проводит отдел по молодежной политике. И тем самым, то есть, мы не даем нашим заводчанам, да, так сказать, только трудиться, но есть другие моменты, когда можно весело и интересно проводить время с пользой для себя, для своих там коллег там, и так далее.